У 11-классницы Полины Шевцовой последний учебный год начался с приятного сюрприза. Она стала одной из победительниц конкурса, проводимого областной прокуратурой. Девушка написала сочинение, посвященное 80-летию надзорного органа и развитию прокуратуры в целом. Больше всего меня заинтересовало само происхождение, самое первое. То есть на некоторых сайтах пишут, что там прокуратура, некое подобие зародилось еще в каменном веке, что там были какие-то свои надзирающие и прочее. То есть, безусловно, для меня был интересен сам факт зарождения, того, как это все произошло, как это все началось. Ну а современная прокуратура, в принципе, уже есть определенный механизм, по которому они действуют, а там вот была прям вот импровизация. Полина Шевцова заняла второе место в конкурсе среди сотрудников прокуратуры региона, школьников и студентов. Вместе с ней премию за второе место получил прокурор из Карасузского района Берик Рамбеков за тематическую работу «Мой папа прокурор». Отец Берика Рамбекова посвятил работе в надзорном ведомстве 25 лет своей жизни. Сам же Берик сотрудником стал лишь 8 месяцев назад. Как говорит молодой человек, он с самого детства знал, кем будет. Когда я видел, как мой отец возвращается с работы, и для меня было очень... Видеть, когда он в форме, это была такая красота. И с возрастом я начал понимать, что, осуществляя высший надзор с законностью, мы осуществляем справедливость и помогаем беззащитным людям. Итоги конкурса были подведены на торжественном мероприятии, посвященном 80-летию прокуратуры Кустанайской области. Ее сотрудники в этот день были награждены медалями и нагрудными знаками от лица Генеральной прокуратуры Казахстана, Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Акимата Кустанайской области. Эта дата совпала с 25-летним юбилеем независимости страны и 80-летним юбилеем Кустанайской области. Поэтому с уверенностью можно сказать, что история органов прокуратуры всецело отражает этап установления и развития правовых взаимоотношений, структурных преобразований в государстве и обществе. Еще на заре суверенитета Казахстан провозгласил себя правовым и общественным государством. Конституция республики главными ценностями государства определяет человек и его права. Безусловно, на страже соблюдения конституционных прав граждан всегда были и остаются органы прокуратуры. Прокуратура Кустанайской области, ее работники – это во многом как знак качества. Это всегда высокопрофессиональное, ответственное и не случайно, что из недр прокуратуры области выросли руководители разного ранга. Награждены были и журналисты, освещающие деятельность прокуратуры. В списке награжденных и ведущая телекомпания «Алау» Мактагуль Тажмуханова. Диара Ахмечина, Ярослава Богатырева, РТН.